Ее главная цель – развитие мирового сообщества с помощью спорта, искусства и диалога между представителями различных стран и национальностей. С 2007 года организация воспитала более 8 тысяч молодых лидеров практически на всех континентах. Они, в свою очередь, уже в своих странах, как волонтеры, учат окружающих предотвращать конфликты и проявления насилия. Первый раз лагерь в Сочи собрался в 2010 году. Он стал первым на европейском континенте. За эти годы у нас сложились прекрасные отношения и с оргкомитетом «Сочи-2014», и с местной администрацией, особенно с главой города Анатолием Пахомовым. Мы очень эффективно поработали, потому мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено и впредь. То, что нынешняя встреча проходит во время Паралимпийских игр, по мнению организаторов, имеет большое значение для собравшейся в лагере молодежи. Всего в Сочи приехало более 70 человек из стран ближнего и дальнего зарубежья. Лагерь будет работать до 15 марта.